Ясно, поехали. Третье темнейшее подземелье. Конечно, можно взять что-нибудь на кровотечение, но да ладно. Или взять, или не взять. Ай, да хрен ты с ним. Так пойдет. The interminable stone holes about an antechamber. The creature is beyond measure. Ну прости, Юра. And must be battled from within. Последний босс сам себя не убьет, как известно. Надо ему помочь. Здравствуй, Азамат. Здравствуйте, друзья, с кем я еще вдруг не поздоровался по какому-то невероятному стечению обстоятельств. Третье темнейшее подземелье. Подождешь? Мы ж тебя в конце концов, Юра, ждали. Сколько там? Полтора года. Еще нужно играть две песни. Final Countdown и... Хорошие треки. Так, антитело, оно вроде как... Блин, да, тут сопротивление кровотечению, конечно, большое. Сразу так может и не прокнуть. Нужно было брать амулет на кровотечение. Лично за это. Хорошо. Не так много, но работает, работает же. Блин, что делать? До первой позиции не дотягиваюсь. Совсем никак. Только не парализуй меня культанского, у меня единственный дэмэдж дилер, как будто. Ему еще и хиляться бы надо. Яд на первой. Ну тут редко буду стоять на первой позиции, по сути. Да, не так часто это будет происходить. Топим вниз, вниз и вниз. Белоклеточные стебли. По-моему, эта хрень телепортирует. Именно эта хрень, насколько я помню. А у тебя-то чё? 68 кровотечения, чуть больше яду. Ну, поехали. Блин, тебя подхилять, конечно. Тобой вроде бы и дамажить хочется, а вроде бы и хилять нужно 8-15. Наверное, подхилять все-таки. Да ладно. Как же он режет, а? Как же он режет? Сто тринадцать, 140, плюс 40, 180. Ну вообще неплохой шанс на оглашение. Да я знаю, что это мелкая телепортирует. Но они хотя бы в этой штуке хотя бы хп не восстанавливается в случае чего. Даже если я телепортируюсь, на ней там и яд останется, и вся эта штука. Короче, хп у него не восстановится, если я потом приду добивать.
это не телепорт еще. Да тут не босс. Так, вот теперь оглушаем, чтобы не тыпнуло. Блин, хилить надо и сливать. Так, ну все, она уже не походит, так что плевать на нее. На глаз из дома похож. Самую малость, Юра. На какодемона ты хотел сказать, наверное, да? Чуть-чуть похож на какодемона. Все как-то не дохила, все как-то не дохила. Культанский дэмэдж-дилер. Просто топим вниз, да. Да, да, Юра, ты что, не знал, что он так называется? Смейтесь над ним. Он не знал, что какодемон называется какодемоном. Обязательно 4 штуки сливать. Тут просто нужно добраться до конца данжа, по сути. Если повезет, я могу вообще очень быстро пройти это темнейшее. Да, смеси это забанят. Все верно. Это, наверное, где-то здесь. Ладули, как можно не знать про какодемона в 2К18? Я думал, про это все знают. Не, ну точно надо брать все-таки яд на одну позицию. Блин, ну что это за безобразие? Кто дамажить будет? Поливай, сейчас прибегут ведь. О, надо его сливать. Надо его обязательно слить. Хорошо. Блин, может точечное оглушение снять? Ну, типа... Эта хрень точно нужна, хотя как будто не так часто и травят, но ведь потравят стоит только убрать. Это против клетки и этой мелкой, из которой за клеткой стоит. Ну, вообще, можно... Так сделаем. Да что ж ты будешь делать? Вообще не стаклась. Ни разу кровотечение. Фиаско. Это провалище. Эту штуку можно сюда вывести. Фак. Это совсем плохо. Это тоже не очень хорошо.
Да просто не прокает, просто не прокает. Надо было брать хрень с кровотечением. Хотя шанс-то неплохой на самом деле. 70 плюс процентов. Спасибо, что похилил. Да фак! Ни ослабление, ни прокат. Причем он дважды доджит, и ослабление доджит, и... Какая-то грязь. Гонишь, у тебя всего 68, всего 68. Тут шанс, мать твою, 140. 72% на то, что прокнет кровотечение. Я ударил уже тебя 4 раза, ни разу не прокнуло. Серьезно? Хватит ходить. Ты еще не оглушилась? Да похилься ты уже нормально, да ёб твою мать. На 2, на 1. Просто идеально. Дальше, видимо, на 4 будет хил. Вот смотрите, смотрите, скриньте просто хил на 4 следующий пойдет. 1, 2, 3 и, видимо, 4 дальше. Блин, да что ему это не снял? Все, поехали еще доджить. А что случилось? Что пошло не так? Сейчас эта штука меня телепортирует. Точно ведь? Нет, еще не телепортирует. Ну да, по сути, это моя ошибка была, то, что я не взял все-таки. Надо было брать амулет кровотечения. Надо было просто брать амулет кровотечения, и все было бы окей. Хотя шанс по 72%. 72, Карл. 72% не так уж и мало, на самом деле. Сучка. Вот же ж сучка. Равно 15. Да похоже на то. Просто можно было, не знаю, посчитать вообще, сколько раз не прокнуло. Я же спирально считаю, да? У него 68 сопротивления кровотечению. Причем
Там сопротивление кровотечению и сопротивление ослаблению. Оба по 68. У меня шанс кровотечения наложить 140 и шанс ослабить 140. Он три раза, по-моему, подряд задоджил и то, и то. То есть он шесть раз подряд выкинул счастливую монетку. И на сопротивление кровотечению, и на сопротивление этому самому ослаблению. Твою ж мать. Не того ударил, надо было этого бить. Псикатки сливала за хила на один. Да хрен с ним, с дедом. Лакерок? Жирный лакерок. На 6. Ну и куда меня выкинуло нахрен? Так. Вообще мне нужно вот туда и направо. Насколько я помню. Да я вроде бы помню. Или не помню. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И после третьей направо, да? То есть это раз, два, три, да, и направо. Встречаем скорпиона. Я, по идее, оглушаю Фелиции, либо пытаюсь так оглушить 150. Фелиции там надежнее. Это что-то не может в додж. Да, я поспешил. А еще раз Фелиция. Нет? Что там будет? 138. Ну да, тоже маловато, конечно. Неплохо. Двойной крит. Крит ударом и крит хилом. Прекрасно. Но, собственно, вот сюда мне и надо. Если я сейчас убью эту клетку и эту хрень, то... То будет все, собственно. Начало нормальное. Шанс притянуть 140. Вообще, как бы, неплохой шанс. Неплохо. Если эта штука меня не телепортнет никуда. Опять лакерок. Опять лакерок. Два подряд крита. Здорово. Боже, как мы криты эти выписываем. Даже как-то не по себе становится. Хорош. Правильно было то, что я взял больше защиты от яда. Блин, мне нужно эта хрень уже не оглушиться.
зачем так нужно было уешку? У меня же не было уешки, я же не отказался. Собственно. Третий крит подряд. Как бы теперь добраться вот до этой хреновины, чтобы она не походила? Типа эта штука уже умрет, нам нужно попробую ускориться. Потому что Фелиция ее оглушила срочно. Если я ее сейчас убиваю за время оглушения, то тезейшая темнейшая. А я вроде убиваю. Это было третье темнейшее. Спасибо за внимание.